Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. Моя профессия – изготовление самозаточных тяпок. Ну, это профессия. Сегодня выходной. Я освобожден от этой работы. Даже умственно. Что хочу сказать. Сегодня 1 апреля. Солнышко. Тепло. Поеду я за внуками, погуляем и по саду, посмотрим, как распускаются почки, как цветет верба. Сегодня еще вербное воскресенье. В общем, поехал я и будем отдыхать. Лежит на солнышке, разомлел, медитирует. А Лирика вообще не видать, куда он убежал. Марсюник, ну что ты, хорошо тебе? Ой, подтягивается. Конечно, солнышко его прикрывает. Шкура у него толстенькая. Темненькая, вернее, хотел сказать. Не толстенькая, а темненькая. Но нагревается на солнышке, ему так хорошо. Летом, правда, хуже. А сейчас хорошо. Ну что, Масик, поехал я за внуками. И будем гулять в саду. Понял? Понял. Иду к внукам. Спят еще, наверное. Ау! Кто дома? О, привет, дед. Привет. Где остальные? Сейчас позову. Бегом. Привет. Ну что, поедем в сад? Привет. Да. Сёма, привет. Опа, вот Сёма самый у нас крепкий мужик. А я тебе еще не хлопал. Да и меня хлопать тоже. Ну что, Настя где там? Ну, она маме помогает. Сёма, как дела? Холосо. Холосо. Давай мы тебя ждем, когда ты подрастешь, и будем снимать кино с тобой, да? Да. Про зайчика Федю. Будем? Ну все, ждем Настю тогда. Вова, Миша, помаши человечеству. О, Вова, помаши человечеству рукой. И я тоже. Ну что, едем в сад. Поехали. Настя не едет, потому что к ней подруги приходят. А мы поедем. Поехали. Поехали. Ой, смотрите, как хорошо. А у вас цветочки, видели желтенькие? Глянь. Вот, смотрите, сейчас я остановлю. Вон цветочки, вон. Видите желтенькие? Надо же уже так хорошо. Ух ты. И вот желтый цветочек какой-то. О, а что это такое? Это не цветочек. Миша, а ну-ка беги. Глянь, что это такое? А ну-ка, неси машину. Неси машину. Что это такое? А, чудеса. Ну-ка. Ну-ка, дай. Давай. Ну давай, покажи, что это. Подожди, в руку мне. Глянь. А ну на камеру снимай. Знаете, на что похоже? На лампу Аладдина. Да. Помните? Угу. Читали же книжку, да? Лампа Аладдина. Вот так погладишь и желание выполнишь. А как она там очутилась? Это вы играли или? Нет, у нас нет такой. Кто-то забыл. О, поедем Марсику покажем, да? Да, поехали. Поехали. Он такой не видел еще. Да и я не видел. Я только в сказках читал. Все? Так, ну, иду показывать Марсику находку. Марсик! Глянь, смотри, что я принес. Посмотри, ты видишь, глянь, какая красота. Марсюник, быстрее, ты такого не видел. Смотри, это лампа Аладдина. Ну, Марсик, смотри, что я тебе покажу, глянь. Марсюник, красивая штучка, давай потрем теперь, глянь, какая красивая. Ух ты, ой, а что это со стеной? Что это со стеной, глянь. Ого, она стала нагреваться.
что случилось? Марсик, что такое? Неужели ты джин? А? Неужели ты джин? А это настоящая лампа Аладдина. Вот это чудеса. Слушайте, вот это чудеса. А что, если мне загадать желание? А? Что мне загадать? Ну что, заказать? Попробуй. Да продай, вдруг ты джин, а? Марсик, а вдруг ты джин? Вот будет чудеса. Хочу, чтобы у меня было яблоко в руке. Так. Ничего себе. Вот это чудеса. Марсик, ты что, правда джин, что ли? Марсик. Эта лампа, оказывается, и правда настоящая. Вот это да. Марсик. Марсик, ну ты кудесник, а? Ты, оказывается, настоящий джинс. Джинс. Ты джин. Марсик джин. Что, ты правда можешь выполнять желание? Ну что ты отворачиваешься, скромненький такой? Марсик. Ну, пока ты скромненький, не скромненький, загадай-ка еще одно желание. Знаешь, какое? А пусть-ка, пусть-ка у меня сейчас, знаешь что, в руке окажется банан. Сейчас. А ну-ка. А ну-ка, вот так, в руке банан. О, ничего себе. Вот это чудеса. Вот это чудеса. Марсик, ты видел, глянь, у нас бананы настоящие. Вот, ну как же, я даже не знаю. Марсик, дай я на тебя посмотрю. Ну что ты, скромня, тебе такой талант пропадал, а ты никому не делился. Ну я понимаю, что ты не ешь бананы. Мы закажем в следующий раз колбаску. А ты сам не можешь заказывать? Нет? Ладно. Ну что, пойдем сюда еще. Тут еще ворота играют значение. Они нагреваются, и тогда происходит чудо. Иди сюда, Марсик. Марсик, ну что? Попробуем еще разочек, а? Ну, я понимаю, что яблочко это может с гипера там откуда-нибудь, с какого-нибудь супермаркета, бананы это. А вот сейчас нету клубники нигде. Вот хочу, чтобы у меня была клубника появилась. Пусть. Опа! Ты что, Марсик, глянь. Глянь. А что ж я заказал клубники? Надо же было заказать колбасы. Ну, клубника тоже хорошо. Это я Вову угощу с Мишей и Настей. Отнесу я. Отнесу в дом. Марсик, ну что? Попробуем еще разочек, а? Ну, я понимаю, что яблочко это может с гипера там откуда-нибудь, с какого-нибудь супермаркета, бананы это. А вот сейчас нету клубники нигде. Вот хочу, чтобы у меня была клубника появилась. Пусть. Опа. Ты что, Марсик, глянь. Глянь. А что ж я заказал клубники? Надо же было заказать колбасы. Ну, клубника тоже хорошо. Это я Вову угощу с Мишей и Настей. Отнесу я. Отнесу в дом. Марсик, я тебя еще больше уважаю. Весь мир тебе теперь будет любить. Ты, оказывается, Марсик джин. Интересно, ладно ж, какая лампа. Вот это нам повезло сегодня, что такую лампу нашли. Теперь мы будем заказывать все, что хочешь. Все, что хочешь. Еще я заметил, это связано с воротами. Когда я заказываю желание, ворота начинают нагреваться. Какая-то связь, ты и ворота. Ну что, закажу еще что. Закажу я еще, сейчас потру. Закажу я еще колбаса. Пусть у меня появится в руке колбаса для Марсика. Нету ничего. Не понял. Марсик, ты что, выдохся что ли? А колбаса? Все что ли? Всего три желания? Вот эта лампа. Ух ты, тут что-то написано.
тут что-то написано. Желание выполняется 3 раза в день. Не более. Подпись. Администрация. Какая администрация? А, администрация. Ну что, Марсюнек, мы сегодня все желания выполнили 3. Завтра будем колбасу заказывать. Еще попробовать денег заказать, колбасы. И что еще? Что бы еще заказали? А лирику косточки закажем. Да, Марсик? Ну что, Марсик, ну ты скромняга, а? Ну-ка, давай-ка, иди-ка. Вот, иди садись, покажем. Вот, какие мы с тобою. Вот, умницы, не только мы. И лампа, и Марсик. Вот они, какие чудеса бывают на 1 апреля. И Марсик оказался джином. И лампа Аладдина нашлась. Так что верьте в чудеса. Тот, кто верит в чудеса, тот и получает чудеса. Лирик! Что, скромняка, ты где был? Тут такие чудеса творились. А ты там, наверное, за косточкой, да, бегал? А Марсик-то, оказывается, у нас джин. А кто же ты, интересно, Лирик? Надо тоже узнать. Ну, Марсик точно джин. Это уже мы убедились. А мы тебе, Лирик, мы тебе косточек завтра закажем. Ну что, думайте, кто завтра что будет заказывать? Будем? Ой, я буду. Что? Квадрокоптер. Квадрокоптер? Угу. Марсик, ты, заменит этот. Ты можешь квадрокоптер? А он все может. Вот. Да, Марсик? Не а знаю. Ты его что? Подумаю, еще не знаю. Ну подумайте, ладно. Я уже подумала. Ну что, завтра принесет нам новое желание, новые возможности. А сейчас мы пока поедим клубнички, бананчиков, яблочко съедим. 1 апреля продолжается.